О мой бог, чел, у меня паника. Я сейчас просто стрессую. Чувствую, что у меня сейчас будет паничка. Хочешь поговорить о стрессе? Окей. Я тут наткнулся на крупный корпоративный заговор, Сиджей. Как тебе такой стресс? Что за хрень ты несешь? Из этой компании пускают кровь, как из фарша, Сиджей. И у меня есть доки, подтверждающие это. Зацени. Взгляни-ка на это. Господи Иисусе, Мэйси, вот здесь трейлер Соника 3, давай поговорим про трейлер, мы можем поговорить про трейлер? Прошу, Сиджей, я весь день умирал от желания поговорить с тобой про трейлер, окей? Соник 3, это название продолжает всплывать снова и снова и снова, каждый день мне присылают Соника 3, Соник 3, Соник 3, я смотрю в Твиттере, вся эта коробка, это сливы по Сонику 3! Поэтому я сказал себе, я должен найти этого парня, я должен прийти в его офис, отдать его сливы в его чертовы руки, иначе они будут возвращаться снова и снова. Так что я пошел в офис Дэниела Репике, и знаешь, что я узнал, Сиджей? Что я узнал? Нет никакого трейлера Соника 3. Трейлера не существует, окей? Так что я решил, ох, блять, я должен копать глубже. Трейлера Соника 3 нету, вы надо мной издеваетесь, у меня куча коробок Соника 3! Окей, поэтому я начал свой путь в отдел кадров Paramount. И я стучусь к ним в дверь, и я говорю, Paramount, Paramount, я должен поговорить с вами о Соника 3. И когда я открыл дверь, что я нашел? Там не было ни одного стола в том чертовом офисе. Нет никого в отделе кадров компании Paramount. Сиджей. Половина сотрудников в этом здании уже уволены. Этот офис чертов город-призрак. Ты свихнулся? Ты, мать твою, свихнулся, Мейсон? Ставьте лайки и подписывайтесь. Помогите, плиз.